Так, приветствую всех зрителей моего канала, значит, еще раз. Как получается, вот этот протагонист Веспери всем понятно, да? Выпекаемся на планете до готовности и, в общем, рассказываем историю, как дошли до жизни такой. Теперь вопрос с этими двумя. На самом деле, это все было на 15-й юбилей фестиваля, не франшизы, а именно самого фестиваля. И да, здесь две звезды, Братова и ее, это по мифу, то есть да. По концепту, конечно, да, но вот это называется «хотите – верьте, хотите – проверьте». Все уперлось в Пасху, Пасха слишком сильно не любит людей, поэтому доказывать, что среди них есть хоть один – это, в общем, не то. Это то, что они попросят вас не делать все хором на самом деле. Но, конечно, есть разница. Большая разница есть. Очень большая. Когда вот это увидела, я расстроилась. Очень сильно. И мы получим это в любом случае, если он не свалит с планеты раньше. А если он свалит с планеты раньше, тогда уже начинает работать вся теория по браслету, и что будет, но это не будет так быстро. И, соответственно, у тех, кто, в принципе, не на Терке, а в других мирах, там тоже это все уже будет по теории по браслету и не так быстро.